Ежегодно Мианское управление образования устраивает галоконцерт «Солнечные лучики», где нет победителей и проигравших, зато есть подарки для начинающих артистов и дипломы для их руководителей. Наслаждалась детским творчеством Валентина Домородская. На протяжении более чем десятка лет в апреле руководство ДК «Автомобилестроителей» и управление образования проводит на сцене дворца фестиваль детского творчества «Солнечные лучики». Главными участниками гала-концерта становятся дети дошкольных учреждений города от 3 до 7 лет. В этом году свои номера подготовили педагоги дошкольных учреждений. Это и музыкальные руководители, и инструкторы по физическому воспитанию, и хореографы, и воспитатели. Несколько сотен маленьких лучиков – из мианских садиков танцевали, пели, упражнялись в оригинальных жанрах. Яркие костюмы, микрофоны, зрительный зал и аплодисменты – все атрибуты настоящих звездных концертов присутствовали на выступлении воспитанников почти полсотни детских садов Мианского округа. Здесь порадовали зрителей самые лучшие, яркие, талантливые ребятишки, прошедшие отбор специальной комиссии. Маленькие артисты будут выступать на сцене 2 дня – сегодня и завтра, 20 апреля. Валентина Домородская, Айдар Насыров, программа «24 МИАС».